Здравствуйте. Смотрю сегодня на это свое денежное дерево, красу Луавату, и почему-то у меня пришла такая мысль сделать его в виде бонсая. Для того, чтобы сделать его в виде бонсая, надо его пересадить в другой цветочный горшок. Я купила вот такой горшок по диаметру самой кроны, но вы видите, сколько здесь места для самих корней. В том и заключается сам бонсай, в том и заключается, что он растет в очень маленьком таком маленькой емкости. У нас неглубокой емкости. Неглубокой, да. У нас, вот видите, вот какая емкость. Здесь внутри еще есть немножко земли и дренаж. Но все равно вот этот корень очень большой для того, чтобы поместился в тот горшок цветочный. Так, здесь у меня маленький росточек, я его пока убираю. Так, для начала я убираю всю вот эту вот землю, которая здесь хорошо, в которую проросли хорошо корни. Вот. Вы видите? Очень хороший корешок. Да, очень хорошие беленькие такие корни. Но я их буду обрезать. Мало того, еще и хорошо. Хорошо здесь прям поубираю землю сверху, потому что я хочу его посадить вот так повыше. Почему именно это растение? У меня их много, я взяла. Во-первых, ему уже четвертый год, вернее, 3 года с небольшим. В июне месяце мы его отсаживали, у меня есть видео, первое видео о денежных деревьях, когда я его отсаживала от самого большого дерева, оно росло вот просто сбоку. Так. И вот с тех пор уже 3 раза где-то мы его пересаживали в горшок цветочный побольше. Вот. А сейчас, что вот, я его уменьшаю, ему возможность здесь. Так, что тут делается? Видите, как-то здесь даже есть и пенопласт. Это все является. Вот есть керамзит. Ну, я сейчас вот эти все корни буду обрезать. Так, что тут? Рекомендуется для того, чтобы пересаживать в такую маленькую емкость, надо хорошо расправить корни, убрать лишнюю землю, убрать корни, которые толстые, большие. Ну, у меня здесь таких корней сильно, таких толстых, сухих и нет. Ну, можно сказать так, что это растение как раз в расцвете сил. Оно растет, как ему хочется. Я ничего ему ни разу нигде не прищипывала. Так, ну а сейчас буду обрезать, причем очень посадистки. Так. Пусть он простит меня, что он попадает в такой эксперимент. Сейчас очень модно формировать из разных деревьев, в том числе из толстянки, с красулы, из денежного дерева, формировать бонсай. То есть растение в виде дерева. В виде дерева, значит, это не только то, что я сейчас делаю. Дальше мы будем формировать еще и крону. Так, ну все. Вот такой корень. Очень хороший. Так. Это я пока отставляю. Для того, чтобы такой корень... Так,
высыпаю сюда керамзит. Он так побольше. Так. Землю я беру не сильно питательную. Это земля с огорода обыкновенная и песок. Я перемешиваю, даже песка буду брать немножко больше. Так, немножко насыпаю песка. Так, я хочу, чтобы вот эти корни здесь, видите, они просто будут выступать аж сверху. Ну, вот так где-то. Ну, и здесь самое главное, что необычно, это надо укрепить само дерево. Для этого в дне сделали, показывали мы, да? Видно было, не? Сделали 4 отверстия и протянули в них проволоку. И сейчас я закрепляю при помощи, ну, так где-то, наверное, этой проволоки корень. Для того, чтобы дерево, корень закрепить и, ну, в полном смысле слова, не перевернулось. Так, с этой стороны, наверное, вот так где-то. Надо выровнять, чтобы было ровненько. Дальше надо будет формировать крону. Но вы же представляете, какой стресс сейчас получило это растение. Да простит оно меня сегодня в этот момент. Я его так люблю и сейчас вот так с ним делаю. Поэтому... Что хочу сказать, что обрезать полностью крону так, как она должна быть, буду постепенно. Постепенно, где-то по чуть-чуть, каждую неделю. Так я неправильно закрепила, муж все дело переделывает, потому что надо так закрепить, чтобы держался корень с 4 сторон. А я закрепила. Получилось где-то 2/3 незакрепленных. Так, ну надо вот тут оставлять так, чтобы вот эти корни, вот тут, их видно было. Будет. Да, а вот это вот сюда. Не волнуйся, все будет, да, сделано вот высшим сортом все, да, будет сделано. Мужские руки... Они делают более правильно. Так что, если вы будете пересаживать и обращаюсь к женщинам, то просите... Привлекайте своих мужчин. Да, пусть вам мужья это все сделают, потому что это не так легко. Во-первых, закрепить, во-вторых, правильно закрепить. Правильно закрепить. О, отлично. Все, большое спасибо. Пожалуйста, любовь. Теперь, когда корень хорошо закреплен, посыпаю землю. Землю, песок, немножко кусочки кладу еще сюда керамзита. Оставляю, видите, он с корнями. Но корни сверху. Да, корни пусть будут. Если они будут сверху, то это будет даже очень красиво. Так, землю по мере того, как она немножко присядет. Сейчас вы видите, корни мокрые. Я буквально не так давно их поливала, свои растения. А теперь самое важное и самое главное — это обрезка ненужных. Во-первых, вот эти вот большие надо убрать листья.
на стволе. Так аккуратненько. Они плохо очень отрываются. Так, где плохо отрываются, пока я не трогаю. Где легонько отрываются. Лучше, конечно, наверное, срезать лезвием. Так, все инструменты должны быть чистыми. Лезвие беру новое и аккуратно отрезаю листочки у самого-самого среза. Для того, чтобы формировать бонсай, вот это вот буду срезать просто, где большой ствол, ну где-то вот так над, вот срезаю. Где-то на одном уровне. Со временем вот эти листочки я тоже срежу. Ну вот эту еще веточку можно срезать вверх. И пока оставляю. Оставляем, потому что, во-первых, это стресс для него, а во-вторых, для того, чтобы еще раз посмотреть, что надо будет, можно будет убрать. Естественно, нужно будет убрать вот эти все большие листья на стволе. Ну и тут посмотреть, вот это все тоже не нужно будет. Вот, может быть, оставить такие вот небольшие. Ну, постепенно я буду, мы будем формировать крону, постепенно будем превращать денежное дерево в бонсай. Ну и если будет все хорошо, будем показывать вам. Ну а у вас тоже, если есть такое деревцо, вы тоже при желании можете сделать из него такое вот мини-дерево бонсай. И это будет очень красиво, очень привлекательно, очень необычно. Вот. Конечно, надо сказать, что бонсай, дерево вот такое, оно не вырастет в этом небольшом таком цветочном горшке. Поэтому, конечно, его нужно выращивать в большом обыкновенном горшке или где-то в теплицах, или даже на улице. А потом таким образом, как я показала, убирается, уменьшается корень и пересаживается на такой маленький цветочный горшок. И тогда мы уже получаем маленький такой не сильно большой рост. И получаем, любуемся таким вот денежным деревом, которое называется уже сейчас бонсай. Все, всего вам доброго, успехов вам, финансового благополучия, денежного потока, мира, здоровья, счастья, всего самого-самого хорошего.